Моя мама Сергеевича Надежда Никаноровна, 1921 года рождения, во время войны жила в деревне Новинки Московской области Можайского района. Несмотря на то, что немцы жили в нашей деревне, мама ходила на работу в мастерскую по ремонту одежды в город Рузу. Каждый день пешком по 15 километров через лес. Работа была очень тяжелая. Она ремонтировала шинели, которые привозили с фронта. Шинели были все в крови, прострелены. Их они сначала отстирывали, а потом уже ремонтировали те, которые можно ремонтировать. И так она проработала там всю войну. Дальше она осталась работать в совхозе. Совхоз был «Молочный гигант». Вот. И прожила она всю свою жизнь в этом совхозе. Воспитала двоих детей, внуков, правнуков. Я горжусь своей мамой, то, что она такая добрая, умная и порядочная женщина.